Давно я ничего не снимала. Сегодня мы приехали в Челябинск на долгожданный концерт «Руки вверх». Сейчас мы находимся в Алмазе, уже будем вызывать сейчас такси. Потусили здесь чуть-чуть и поедем. Сняли номер в гостинице, поедем сейчас заселяться. Собрались на концерт, ждем такси. Ну, заранее, за 2 часа, потому что народу очень много, сейчас будет собираться уже 5:30. Будут открывать двери в зал, и народу повалит очень много. Поэтому мы заранее вызвали такси, поедем вот в нашу гостиницу, которую мы сняли. Там покажу номер. Все, мы на месте. Народу вроде не сильно много, что-то не так, как на день города мы приезжали. Я надеюсь, внутри тоже так же спокойно и тихо. Ну, народ пока собирается. Тихонечку мы тоже идем. Крышки добра. Собирайся, давай, помогай. Фонд помощи. Вот они, фуры стоят. Оборудование уже готовится. Уже приехала. Нас еще не пускают. Скоро еще уже начнут открывать двери. Еще пока рано. Но нам уже все готовится. Я прям жду этого момента, когда начнется концерт. Народ потихоньку собирается. Еще пока мало. Ну и время пока мало. Ждем, короче. Только фанатиха, руки вверх. Заходим. Thank you.
Ну неужели? Неужели это снова происходит? Сколько прошло времени? 2 года? Май 21-го. Помню, как сейчас. 2 года пролетели, как один день, просто для меня уж точно. И какое же счастье возвращаться туда, где тебя ждут, где любят твои песни. И как же приятно снова взять и сказать: «Добрый вечер! Здравствуйте!» Ой, понимаю, я смотрю на вас. Сначала было прохладно, да? С первой песни стало понятно, что будет жарко. Поэтому сегодня у нас не просто концерт, не просто песни, не просто музыка. Сегодня у нас большое красивое путешествие, друзья. Путешествие туда, где вы уже давно не были. Сегодня мы отправимся в ваше детство! Вот куда! Я смотрю на вас, вы же были вот такие вот, да? Повыше? Да? Сегодня перед вашими глазами пролетит все. Все самое приятное, радостное мгновение детства, юности. Ребята, все это сегодня вам абсолютно большой и красивый подарок от нас, потому что очень хочется, чтобы вы сегодня ощущали самые приятные, самые яркие воспоминания. И сегодня это обязательно произойдет. Я очень хочу верить в то, что это путешествие будет самым запоминающимся у вас за последнее время. Жарче, ярче и так далее. Ух, что сегодня предстоит. Хорошо, что свет в зале горит. И видно каждого, кто сегодня пришел на концерт. Здесь, к нам, сюда. Вас еще показывают по телевизору, оказывается. Новая забава на концертах «Руки вверх». Найди себя, помаши рукой. Все, все, все. Так, так, проведите, проведите. Покажите нам все эти красивые лица. Где, 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 где? Больше рук. Боже мой, какая красота. Все, выключайте. А то будет весь концерт на себя смотреть, а не на меня. Я очень рад, что на каждом концерте есть люди, которые проводят на концертах «Руки вверх» больше времени, чем все остальные. Ну, вот так уж получается. Когда зал еще пустой, ребят, когда еще пусто, начинают только запускать. Вот только первые секунды открывает первая дверь. Эти люди первые бегут через всю площадку, чтобы занять места вот здесь впереди. Это первые ряды. Вот они! Так есть. Потом они еще цепляются в эти железки и никого не отдают, потому что никто не подошел. Ну, конечно. Получается, вы больше всего времени со мной проводите, понимаете? Сколько вы уже ждете начала концерта? Вот это, покажите зал, пожалуйста. Сейчас я объясню вам. Смотрите. Ребята, поднимите руки на стол. Все, все, все. Посмотрите, что я вижу своими глазами, вот когда смотрю в зал. Море, океан, вот это передо мной рук, танцпол. Как же это красиво, а?
честно, я вам завидую. Я так хочу прыгнуть к вам, да. Хоп, и... Да, и задавить трех человек. Нет, я хочу хоть раз в жизни взять и оказаться на танцполе, в этом самом эпицентре вот этого счастья, энергетики, но такого никогда не произойдет, понимаете? Иначе кто тогда будет петь нам? Будем стоять на пустую сцену. Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня на самом деле насладились этой энергетикой. Сегодня нас огромное количество тысяч людей. Поэтому я хочу, чтобы танцпол сегодня рвал, просто рвал на площадку. Моим любимчиком. Людей, которых я обожаю, люблю, уж простите, больше всех вас. Так уж получилось. Вот посмотрите танцпол направо, посмотрите. Посмотрите налево, назад. Огромное количество людей на трибунах. Помашите им рукой. Все, все, все. Вон там такие маленькие люди. Вот такие вот. Все, все вижу. Привет. Нас было видно? Как же вас много. Какие вы замечательные. Какие красивые. Я люблю вас. Я правда. Я обожаю. Я обожаю сидячих людей. Мой сарказм дошел до вас, нет? Да, все можно как бы до трибуны, интересно. Да. Здесь все поняли сразу люди. Я, честно говоря, обожаю сидячих людей, но не понимаю, как. Как можно просидеть на концерте «Руки вверх»? Как? Мы будем танцевать! Да, понимаете. Ну, делайте это прямо сейчас. Потом опомните, будет конец концерта. Всегда так, не хватает времени танцевать. Берите мне место от пола, вот мы заряжем, вот! Понимаете, вот, я не знаю, мне кажется, что всегда, вот всегда все думают, ну потом, ну попозже, не надо растягивать, ну потом. Покажите мне кого-нибудь, вот давайте, кто, где сидящий сидит? Вот. Вот красивый мужчина, смотрите, сидит. Знаете, он такой, я купил сидящий билет, я буду сидеть. Вот даже девушка ему говорит, ну вставай, вставай уже. Он говорит, нет, подожди, я сидя. Только родить, какой смерть можно было стоять. Нет, сейчас подумаешь, что это пацаны. Покажите вправо, влево, куда-нибудь. Увидите еще других людей. Покажите нам сидячих людей. Сейчас. Вот, давайте, вот здесь. Вот так останетесь, вот так. Отлично. Где это? Друзья, смотрите. Я вам сейчас покажу наглядно на ваших глазах, что у «Руки вверх» есть волшебный звук, который поднимает любого человека. Как только этот звук вот начнет сейчас звучать, они подпрыгнут и начнут танцевать вот так вот сразу. Хотите увидеть? Да! Это произойдет на ваших глазах прямо сейчас, чтобы вы видели, что все честно. Это будет через 3, 2, 1! Смотрите. Thank you.
Он тебя целует. Что еще он крутит? Крошка, Алешка. Это уже такие
песни, которые десятилетия уже вас радуют, любимы вами. Но есть у «Руки вверх» еще песни, которые совсем малыши, маленькие. Им там годик, два всего. Они такие лялечки, знаете, носилки, люлюкаем, баюкаем, бережем. Потому что этим песням еще предстоит только стать серьезной песней, может быть, через много лет, а может быть и нет. Ребята, настройтесь на море радости, море улыбок, море счастья, море детства, потому что на этой сцене появится наш большой друг, большой артист, человек, песню которого вы тоже знаете наизусть. Ребята, ой, что сейчас будет, боже мой, встречайте на нашей сцене! Thank you.
хорошие. Спасибо. Быстренько расскажи мне про себя и буду дальше пить. Люблю чувака вот этого, который, главное, умеет дружить. Это самое главное, что есть в этой жизни. Так, юморцы, вы умеете дружить. Вы тоже там приходите на концерты. Это круто! Спасибо! Творите добро! На альбомах «Руки вверх» каждый год выходило много песен, и вот именно этих песен было меньше. Я говорю про песни медленные. Их было меньше, на альбоме выходило, ну, один медляк, ну, два максимум. Я хочу тебя нежно холодно, солнышко, ты моя ясная, я не обнял тебя.
самые веселые люди города. Вы готовы поднимать руки вверх вместе с нами? Нам нужно больше рук. Теперь повторяйте за мной. Влево. Влево. Вправо. 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 Влево. Вправо.
других танцевать и вспоминать прямо сейчас. Первая песня группы «Руки вверх», с которой все и началось в далеком 1995 году. Забирай меня скорей.
Слушайте. Челябинск. За любовь, которая длится уже вот столько, 27 лет. За счастье, весь работа для вас, друзья. Спасибо вам сегодня огромное. Шоу-балет «Стрит» час. Сергей Жуков, группа «Руки вверх». Мы вас любим! Мы тебя тоже! Все, концерт закончился. Мы вышли уже. Блин, такой классный был. Мне понравился. Очень. Что, Саша, тебе понравился концерт? Понравился? Мне очень. Нет, мне очень понравился. Вообще классно. Я еще раз пойду. И не пожалела, что мы сходили на концерт. Вообще классно. Снова один в тишине, в темной квартире пустой, а за окном белый снег мой нарушает покой. И твой портрет все там же, правда немного битый, и мы ошиблись дважды, теперь с тобою квиты. Похоже, прошло все, но я также с дрожью тебя вспоминаю часто. Морозом по коже останешься, было все классно.